Назарбаев университет участвует в формировании политического поля страны. Профессионалы международного уровня – залог стабильности и дальнейшего развития Казахстана. Представляем Высшую школу государственной политики Назарбаев университета. Миссией Высшей школы государственной политики является повышение качества жизни населения Казахстана и Центральной Азии посредством обучения лидеров для улучшения управления через передовой опыт в преподавании. В соответствии с устремлениями Казахстана трансформировать государственный сектор, Высшая школа государственной политики растит современных лидеров и управленцев как для республики, так и для ее соседей. Высшая школа государственной политики стремится стать ведущей школой государственной политики, известной образовательными стандартами мирового уровня, международными исследованиями и приверженностью Казахстану. Стратегическое сотрудничество Высшей школы государственной политики со школой государственной политики имени Ли Куан Ю при Национальном университете Сингапура превратилось в партнерство со взаимной поддержкой. Мы стремимся к долгосрочному развитию и прогрессу Казахстана. Высшая школа государственной политики Назарбаев университета определяет для себя три главных стратегических приоритета. Стать школой лидеров государственного сектора в Центральной Азии. Построение крепкого международного сотрудничества через выпускников школы. Активное развитие и поддержка устойчивой, продуктивной и коллегиальной рабочей среды. Мне повезло войти в первый поток программы MPA в марте 2015 года и стать частью Высшей школы государственной политики в Назарбаев университете. Начав учебный процесс, я ни на минуту не усомнилась в правильности моего решения поступить именно в школу государственной политики Назарбаев университета. Боялась, как это быть вдали от родителей и близких. Но приехав, я ощутила себя как дома в семье Высшей школы государственной политики. Сейчас я в Сингапуре по обмену студентов. Благодаря школе я получила возможность жить и учиться в среде полной высококвалифицированных и амбициозных людей со всего света. Здесь я приобрел три вещи. Первое – это новые знания и навыки. Второе – чем я дорожу – профессиональные связи. И, наконец, программа помогла мне быть более эффективным в качестве государственного служащего. Я не просто выбрала направление государственной политики. Я хочу внести вклад в развитие двухсторонних отношений между Узбекистаном и Казахстаном. В мире есть много людей, заинтересованных в хорошем управлении, как и мы. Изучение их опыта, знание того, насколько наши страны похожи или различны, помогло мне мыслить критически и нестандартно, когда речь идет о разработке политики. Образование в Высшей школе государственной политики предлагает сочетание международного опыта и местных знаний. Характер наших программ прикладной. Мы обучаем студентов навыкам решения актуальных проблем. Мы ждем вас. Подробную информацию об условиях поступления в Высшую школу государственной политики Назарбаев университета вы найдете на нашем веб-сайте www.gspp.nu.edu.kz.